Здравствуйте, я Агеев Станислав Олегович. Я являюсь аспирантом кафедры машинной автоматизации сварочного производства. Также я являюсь призером конкурса «Лучший молодой ученый» ДГТУ 2016 года. Моя научная разработка – это магнитно-импульсная обработка материалов. Я очень благодарен фонду целевого капитала развития ДГТУ за оказанную поддержку. Это позволяет двигаться дальше. Здравствуйте, меня зовут Шевченко Елена Игоревна. Я аспирант второго года обучения факультета инновационный бизнес и менеджмент. Я стала призером конкурса «Молодой ученый ДГТУ 2016 года». Выражаю благодарность фонду целевого капитала развития ДГТУ за поддержку молодых ученых. Это вдохновляет нас на победы. Спасибо. Здравствуйте, я Пилипенко Ирина Александровна, студентка 5 курса специальности компьютерной безопасности факультета информатика и вычислительная техника. Я призер конкурса «Лучший молодой ученый ДГТУ 2016». Моя научная разработка – это процесс теплового разгона в электрохимических аккумуляторах с целью обеспечения безопасности технических систем. Я хочу поблагодарить тех людей, которые финансово поддерживают фонд целевого капитала развития ДГТУ и тем самым помогают нам, молодым ученым. Я Булыгин Юрий Игоревич, профессор кафедры безопасной жизнедеятельности и защиты окружающей среды ДГТУ. Я представляю проект «Пылеулавливатель». Нам удалось создать установку для сравнительных испытаний различных пылеулавителей, которые мы планируем внедрять в производство в будущем. Выражаю свою благодарность фонду целевого капитала развития ДГТУ за оказанную помощь при обретении нужных измерительных приборов, за счет чего мы более эффективно разрабатывали данный проект.